Парк Мартубе в Сайрамском районе местные власти обещали благоустроить год назад, но ВОЗ и ныне там. Это не единственная проблема райцентра. Новый аким включился в работу и даже есть определенные результаты. Но нерешенных вопросов еще много. Как вам вообще состояние Ахсу? Великолепно. Да? По чистоте, по коммуналке как? 10 из 10. Да вроде все нормально. Бардак надо убирать, но это вот зависит от воспитания деток. Через 10 минут после приезда съемочной группы бригада коммунальщиков принялась очищать парковую зону от накопившегося мусора. Скоро, говорит Аким, здесь отстроят новую площадку для отдыха. Вот три проекта я обещал. Вот это вот у нас уже проект сделали, Антамах. Вот здесь она находится. Здесь уже проект сделали, уже в бюджет заявку дали, уже в бюджете предусмотрели средства с областного бюджета. Сколько? Выделили. Деньги около 100 с чем-то миллионов. Вот это вот все, да? Полностью, да, здесь будет. Это на проект или на строительство? Нет, на строительство вообще. Ага. Такие средства. Мы полностью закрываем, здесь мы Арбат будем делать. Для транспорта с той стороны предусмотрели, да, стоянку. Угу. И вот это мы уже запроектировали, сейчас идет уже конкурсные процедуры. Угу. Это то, что находится вот здесь. То, что... Вот который мы снимали. Нет, то, что вы снимали, вот он. Это по Аблайханову, да. С этой стороны. То, что вы сняли и то, что мы в прошлом году с вами разговаривали, это Мартобе, площадь Мартобе, и Аблайхан стоит, памятник Аблайхана. Это вот этот проект, тоже мы уже проект этот сделали. Вот они, фонтаны ваши, строения. И... Ну, не наши. Да. А... Ну, то, что вы мне показываете, да. Сейчас то, что... Мы просто не стали деньги тратить. В прошлом году его в порядок приводить. Мы уже сделали проект этот. Вот он. Проект вот так выглядит. Также сейчас конкурсные процедуры идут. Уже в начале мая уже начнется. Строительство. Да. Результат не заставил себя долго ждать. Бахтали, мынау Мәртөбе алаңында қазір маған отырар телеканалынан келіп мусор бар дейді. Сендер қашан жинадыңдар оны? Давайте казар, полностью они уборку проводили в пятницу этой, полностью территорию, а так каждый день они мусор убирают. Сейчас они убирают там, кстати, можете заснять. Планы у Акима амбициозные, но вот удастся ли их осуществить? Этот мужчина жалуется на регулярный перебой с электричеством. Говорит, обивает пороги чиновников, а результата нет. У нас со светом проблемы. То включают, то снова отключают. Ни постирать, ни погладить. Бытовая техника ломается. Сколько просим решить проблему, никак не могут. Уже и столбы поставили, и кабель протянули. Трансформаторы тоже новые, но не подключают. Аким район уверяет, сети нужно менять. Средства заложены. Арман Сабитов просит дать еще немного времени. Бывают частые аварии. Почему? Мы провели полностью инвентаризацию всех объектов. У нас на районе находится 909 трансформаторов, да? 909, да? Порядка 2000 линий электроснабжения. Их надо на сибкабеля менять. Да? 50%, даже больше 50% изношены система. А когда это все решится? Ну, 50% линий и опор полностью поменять за один год невозможно. И, соответственно, средства нужны большие. На этот год мы 8 проектов уже заложили, 8 населенных пунктов, да, 8 проектов в бюджете сидят. Мы поэтапно будем менять. Но нужно понимать, это все сети, они не акиматовские. Они Онцужартранзит, вы знаете, монополист, который занимается электроснабжением. Да? Новая команда Акимата сформирована, осталось только навести порядок.